Друзья, всем привет! В этом ролике я вам покажу, как установить запись звонков на ваш смартфон. Как мы все знаем, с записью на смартфонах Xiaomi либо на других каких-либо моделях есть иногда вопросы, и не во всех смартфонах есть эта запись прямо в прошивке. Поэтому я сейчас буду показывать, как ее установить. Делается это все достаточно просто. Во-первых, нужно иметь программу Magisk. Как ее установить? Вот тут где-нибудь всплывет сейчас подсказочка, переходите по ней и смотрите ролик о том, как установить данную программу. Дальше переходим в мой телеграм-канал, ссылку на который я обязательно оставлю в описании. Тут будет пост, ну точнее пост будет со ссылкой на саму программу для установки ее через Magisk. Вы переходите на этот пост, ну он будет примерно такой, там будет вот этот вот файлик. Вы его просто скачиваете, сохраняем в загрузке. Все, и, кстати, на этот телеграм-канал я вам советую подписаться, тут очень много годной инфы. Все, дальше переходим в саму программу Magisk, тут жмем на вот такой вот пазл, дальше жмем на «Установить из хранилища», «Access Call Recorder», все, нажимаем, идет установка. Видим надпись «Дан», значит все получилось. И жмем теперь «Перезагрузка». После чего у нас появляется отдельное приложение, которое, собственно, и будет нам записывать звонки, причем в хорошем качестве. Так, ждем, пока телефончик перезагрузится, и возвращаемся к самому видео. Так, смартфон запустился. Давайте мы его включим. И после чего... Так. На это не обращаем внимания, у вас этого не будет. Видим, приложение появилось, называется оно «Запись звонков». Тут жмем на... Так. Жмем на «Запись звонков», «Качество записи», «Менеджер памяти». Ставим все галочки и жмем «Ок». Собственно, благодаря этой программе мы и будем получать возможность записи звонков. Дальше, что нам важно, это перейти в настройки, точнее нажать на эти три точки и нажать на запись звонков. Точнее, ну считай, активировать ее. Так, при использовании приложения, разрешить. Ну, короче, предоставляем полный доступ к телефону. Дальше опять же нажимаем на эти три точки, заходим в настройки. Тут мы видим папку для хранения самих записанных вызовов. Если что, вот она вот так вот выглядит. И теперь жмем на источник записи. Выбираем телефонная линия. Так как иногда эта программа может записывать... голос с микрофона, то бишь ваш голос будет слышно, а голос собеседника вы не услышите. Так на самом деле работает большинство программ, ну не большинство, а все программы работают так, через Play Market скачанные, и они только записывают запись с микрофона, и все. А запись с линии мы сейчас с вами активировали. Так, все, и теперь давайте будем тестировать работу самого приложения. А как мы видим, появляется, кстати, уведомление, то, что запись звонков включена. Это как бы такая подсказочка, то, что в случае чего звонки будут записываться. Вот так. Итак, сейчас будем делать тест. Этот телефон у меня записывает звонок. С этого телефона я буду звонить. На него я, кстати, снимаю этот ролик. Но, к сожалению, у меня нет третьего смартфона, чтобы продемонстрировать полную работу. Поэтому я записываю на веб-камеру своего ноутбука. Потому что я на этот записываю. С этого я сейчас буду звонить. Соответственно, если я буду звонить, я не могу вести запись этого видео на нормальную камеру. Так вот, получается. Делаю звонок. Звонка, вам необходимо пополнить счет. Кончились денежки. Так, пополнил я баланс. Вот этот телефон сейчас будет записывать. Делаю на него вызов. Там главное, чтобы номер не засветился. Так, вызов. А, тут и камера настолько ужасна, что не видно номера. Идет вызов. Принимаю его. Так, вот с этого смартфона сейчас идет запись. С этого я говорю, поэтому вот этот мы оставляем, который записывает, а с которого я буду говорить, я сейчас уйду, чтобы не было никакого эха.
И вот демонстрация работы, записи, звонков. Вот, все достаточно просто. Так, записывал я сейчас себя на вебку. Вот, я пытался себе позвонить, захожу по шторке и прослушаем, давайте, вот с этого смартфона сейчас запись. С этого я говорю, поэтому вот этот мы оставляем, который записывается, а с которого я буду говорить, я сейчас слышу, чтобы не было никакой. Вот, я ушел на кухню. Так, поставлю заодно чайник. Открою окно, подышу свежим воздухом. Так, и буду возвращаться обратно. И вот эта демонстрация работы. Так, вот так вот это работает. Да, есть запись в ОГГ формате. Ну, не слишком хороший формат, качество не очень. Но, ребята, самое главное то, что запись звонков есть. Там было небольшое эхо, потому что два смартфона с одного говорю, с другого запись. Они, если рядом, там друг друга получается слышно, и такое вот эхо. Вот, эти записи можно отправлять. Они есть по указанной папке. Вот, Storage, Call Recorder. В этой папке есть все записи. Так. А, можно, кстати, записывать в WAV? А, не, нельзя. Ладно, ребят, в принципе, больше ничего интересного нет. Программка рабочая, ссылочку я оставлю в описании. Вот, переходите в Telegram, туда подписывайтесь. И я начинаю монтировать этот ролик для того, чтобы, собственно, вы его посмотрели и поняли, как ставить запись на свой смартфон от Xiaomi, либо какой-то другой. Вот, все, пока-пока, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, на все отвечу, скорее всего, и помогу вам. Все, всем пока.